Чтобы попробовать себя в качестве военнослужащего, почувствовать вкус победы и запах пороха, на Брестскую землю прибыли лучшие блогеры России и Беларуси. За небольшой промежуток времени бойцам интернет-слова предстоит познакомиться с техникой и особенностями службы в десантных войсках. Среди российских участников проекта, отобранных организаторами совместно с топ-менеджерами «Живого журнала», участники из Москвы, Перми и Якутска. Среди белорусских представителей порталов «Онлайн РБАЙ», «Тутбай», газеты «Комсомольская правда» в Беларуси. В последние годы существует четкая тенденция доверия общественности определенным ресурсам информационным. На сегодняшний день социальные медиа – это блоги, это различные социальные сети и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы формируем свою информационную политику и политику поддержания имиджа вооруженных сил, мы выбираем вот эти направления. В этом году мы решили сделать основной упор на благосферу. Это молодые, как правило, активные люди, которые делают интересную, неангажированную информацию, подают ее интересную, у них огромное количество подписчиков. Знакомство с музеем 38-й отдельной мобильной бригады – один из пунктов трехдневной работы. Здесь блогеров познакомились с историей возникновения десантных войск, рассказали о своих героях. Впечатления о нескольких днях службы самые положительные, хотя участники проекта никогда не служили в войсках. Это необычно. Это необычно почему? Потому что это впервые в моей жизни происходит. Потому как цель проекта была набрать людей, которые никогда не служили в армии. И это ново, это необычно и... Вот, как-то так. И еще на самом деле не все эмоции пережены, все еще предстоит, вот, что называется, переживать. Система обучения блогеров необычная. В течение трех дней двум командам по 6 человек предстоит посоревноваться в выполнении различных нормативов. По окончании проекта будет определена команда-победительница. В личном зачете выявится лучший блогер специального назначения, набравший наибольшее количество баллов в ходе выполнения тестовых заданий и определенный специальным жюри.